обратиться в милицию, то одно, если вы просто пересесть между собой. Не надо, я молодой. Спасибо. Ну, вы не в форме, ладно, а вот сотрудника в форме, можно легко снимать. Так вы на работе. Ну, вы в форме. Вы. Ну, как это, ну и что? Ну, закон о милиции, статья 5. 5 статья. А вы сейчас что делаете? Я сейчас стою возле райотдела. Ну и что? Не цель визита, можно вкратце. Сейчас подъедете под лукой. Ну, вас не видно, я подсвечивать не хочу. Вы это уже чересчур, а лиц вообще не видно сейчас. Нет, все. Цель выяснена, спасибо. Давай полезли дальше. Помените, подстань. То есть выходите в АТК, покупаете и ну, да. Для того, чтобы клиенты сидели. И у вас там кто-то же есть еще в зале? Нет, девочка, какая-нибудь помощник. Так какой помощник? Вы один человек. Вы торговля. Вы вообще да, видели? Я, ну я в шоу. Вы знаете, какая я торговля. Игорь, позови, пожалуйста, этого самого. Да ладно. Серега, вот ты присядь. Или там, где тебе удобнее. Там просто музыка орёт. Вы посетители, чтобы не делали. Шоу. Это Игорь. Он Игорь, да, Харима, напишет. Люди появляются. Так кого законодательство? У меня Хорошо, жалоба хоть одна на меня есть? Да у вас конкретный установить сквер есть. Начиная с этим сегодня у нас было. Да с этим я борюсь сама. И ни одной жалобы не было. Конкретно на ваше заведение я не могу сказать, были или нет. Не было. Я это знаю. За два года, что я тут, ни разу не было. Ну, а вообще, жалобы на сквер поступают постоянно. Ну, это будем... Лица, которые распивают спиртные напитки до последнего... Это будем говорить о двух-трех заведениях, правильно? Ну, я говорю о сквере. Это сегодня озвучено. Сквер всегда называют. Было совещание, что на какое? 9-10, 74. После нашего прихода будет дальше. 10-74. Они без конца проверяют. Столько. Вот они инициировали тоже эти моменты, потому что общественно сложно, беспокойно, с плеском преступности, которые в общем явлении, которое происходит на территории города. Вот. Я ж никаких там террористических к вам моментов не предъявляю, скажем так, грубо говоря. 16 сидит. Тысячу человек и все выпивают. Ты же указывай, какая водка в объяснении, по какой цене. Уже 96. Да, да, да. А садись музыку на полную, блядь. Дамочки, блядь, дамочка, ты вообще колхозница, ты сэр, блядь.
Вон, в 9-й больнице твой ритуал, блядь. Иди там спи, или, блядь, двух вот таких, блядь, этих, ангелочка, блядь. Идите и расследуйте это событие, понимаете? Двух ангелочков в центре, в 9-й больнице. Вот и организуйтесь вот этой собранием. Не надо вот тут, блядь, сейшн создавать, понимаешь? Я отработала сутки и пришла на трое отдохнуть вот здесь. И я буду тут лежать вот так поперек, да, стоять, блядь, и музыку... Съебитесь отсюда, я вас просто реально умоляю, блядь. Заберите у этих двух, сука, козлов, у тех, блядь, лейтенантиков ебаных. Съебитесь. Давай. Я тебе просто скажу, там работаю. Есть этот поп. И по ночам. Поп. И это самое. Я вот закурил. Просто напрямую. Ну, в том году. А мы вам мешаем. Подождите. В том году никому не мешало здесь. Нет у вас? Никому не мешало. Нет, тем более сейчас внутри играет музыка. Как бы там ни было. Я пришел так же самое. Я, раз в месяц пришел отдохнуть. Я раз в 4 суток. Раз в 4 суток пришла отдохнуть. Да, я скажу. И хавка моя там стоит, понимаете, стынет. И 4 песни заказано. А кто там живет? Там не похер на них. В том году. В том году никому это все не мешало. Честно говоря, как бы там ни было. Сегодня не всем мешало, помешало. Я вам лучше посоветую. Дзержинский стоит, ребята, идите спилите. Прошли бы пока вы спилите, я ляжу спать. Давайте вот там по тапке вот так, блядь. Спилите и назовите, блядь, пожалуйста. Сталь, блядь. Пожалуйста. Как его имя? Вот это кто тут живет, блядь? Назовите там, кто там? Начальник цеха, блядь. Вот такого говна он тут. Не надо вот это, блядь, демонстрацию. Если я пришел отдохнуть, мне никто не помешает, если я даже. Мы никому не мешаем. Абсолютно. В том году никому не это не мешало. Абсолютно. В этом году. Откуда вы взялись? Кто вам мешает? Скажите, кто вам мешает? Ну вот сейчас вы пришли сюда. С этим. Как говорится, с милицией пришли сюда. Ну и что? Какой смысл? Кто вам мешает? Пожалуйста. Зайдите, пожалуйста. Да ничего, пожалуйста, ну, зайдите назад. Не, я вас выгоняла, нет. Пожалуйста, войдите. Пожалуйста. Всех напишите, я хочу. Пожалуйста. Это что, большая проблема? Все. Я вас тоже прошу, меня не устраивает это. Заберите девушка, вот это все. И, пожалуйста. Нет, меня не устраивает. Запишите девушка. Мои. Нет. Девушка, не мешайте. И так нет. Уже вот так вот. Все, вот так и пожалуйста. Есть милиция, право вот, милиция тут и общественная организация. Где? Более найдите. Чем достаточно. Где? Вот громадская общественность. Ну, работник милиции. Вот, работник милиции. Одел его. Можешь документ показать народу? Давай. Так пусть он покажет документ. Не надо снимать. Не надо руками трогать. Снимите. Снимите. Давайте. Пусть он покажет документ. А что, так страшно? Давай. Все, убрал. Я снимаю работника милиции. Вас я не снимаю. Убрал камеру. Вот и милиция глаз. Убрал камеру. Есть такое понятие, что нельзя убрали снимать, камеру. Если человек не имеет. Работников милиции можно снимать. А ты кто? Просто Ты кто? Покажи, пожалуйста, свой документ. Покажи, пожалуйста, свой документ. Нет, покажи, пожалуйста, свой документ. Нет, извините. Покажи, пожалуйста, свой документ. А вы покажи свой документ. А вы? Сейчас, секунду. Ну как? Словили преступницу? Охренеть. Спасибо. Да ну вы ж не первая, не последняя. До конца года не будет ни одного лоточка заведения. Да? Без лицензии. Ребят, вам шутка. Это ж не я придумал. А может, людей организуйте, чтобы им было за что ходить, хотя бы пиво пить. Ну, все со временем. С каждой бутылки теряем 5 гривен, ты сказал Яценюк. Он же там великий, щитака.
Или а я была за Яценюка.